Память о первом секретаре ЦК Компартии Казахстана почтили в Туркестане. Аким региона Дархан Сатыбалды встретился с аксакалами, а также посетил выставку, посвященную выдающемуся государственному деятелю. На ней представлены портреты Динмухамеда Ахмедовича, а также его личные вещи. Я был у него в охране. Он такой был человечный, во-первых. Да? Он такой был простой. И он ко всем относился уважительно. Он болел за все. И за сельское хозяйство, и за культуру, и за спорт, и о людях. Также прошла конференция, на которой обсуждали труды выдающегося государственного деятеля. Динмухамед Кунаев внес огромный вклад в развитие страны. Его работа была нацелена на сельскохозяйственное и промышленное производство. Казахстан называли планетой 100 языков и лабораторией дружбы народов. Республика за его период на 8 раз, оказывается, значит, промышленность увеличилась. И где-то 42 города построено. Республика получала свыше миллиарда пудов хлеба, урожая. И вот, вот такие хорошие события при его жизни. И поэтому, значит, сами его, чтобы увековечить, проводятся эти мероприятия. В областном центре пройдет еще ряд мероприятий для студентов и школьников, которые посвятят памяти Кунаева, для того, чтобы молодое поколение помнило о жизни выдающихся казахстанцев. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».